совет лиги, конечно, это очень важное мероприятие для лиги и для клубов. Вот в этом году мы обсуждали формат, регламент участников. Вот. Поэтому, как всегда, было интересно, была дискуссия, у нас демократия, решение принимается большинством голосов. Вот. Считаю, что мы отработали очень достойно. Очень много было изменений в регламенте. Во-первых, мы снова возвращаемся к системе плей-офф до конца. То есть плей-офф и полуфинал, и финал из 5 матчей. Ушли от финала 4. Мы всем доказали, что ЦСКА может побеждать и в этом формате. И теперь снова будет длинная серия. Конечно, это наложит на календарь еще большую нагрузку, но я думаю, что мы справимся с этим. У нас будет играть новый клуб, это «Зеленогорье». Ждем новый сезон, и я думаю, что он будет интересным не хуже, чем в прошлом, потому что именно польская команда добавит интриги в следующем сезоне. Команда из Польши – это достаточно сильная команда. Они уже участвовали 2 года в Евролиге несколько лет назад. Поэтому, в принципе, будет интересно посмотреть, в каком они сейчас состоянии. Также расширение географии всегда нас очень радует. Задача прежняя. ЦСКА настроен на победу в каждом матче. А пока что мы находимся еще в стадии формирования команды, но надеемся, что сделаем некоторые точечные усиления, которые помогут нам преодолеть сложность календаря и выстоять до конца сезона, показать себя в полной силе.